Има факти, които не са обяснени. Има хора и събития, за които никой не иска да говори или са забравени. Всеки един от нас е една вселена. Вселена пълна с неизвестности, с тайни, загадки. Невидимият свят, който е около нас и в нас. Може ли да бъде обяснен, разбран или почувстван? Тайните знания, световните религии или новите учения, науката и новите пророци са пътя ни напред. Какво е любовта, заложена във всички нас? Я ще ви представя един човек, който твърде се отличава от всеки един от нас. След навършването на 30-та си година, той приема името Висарион, което означава даващ живот. В момента живее в сибирския град Миносинск. Преди да се превърне в Висарион, той е бил един от нас. Училище, казарма, обличал се по биофизика, биохимия. Един момент обаче започва да рисува забележителни картини, без някога да се е учил на това. Случва се и нещо съвсем неочаквано. Започва да вижда и чува това, което ние не можем. Да проповядва в Сибир, в сърцето на Земята, за съдбата на света, космоса и Бога. Като начало ви предлагаме част от сензационното интервю, излъчено от руската държавна телевизия с Андрей Поляков. Земля – это живой организм. Она живая, матушка наша Земля. И как и плоть человека, имея свои внутренние органы, идет определенное излучение энергии в том или ином месте, также и у Земли. И вот Россия, она располагается в пределах сердца Земли. Сибирь – это ее сердце. Здесь особый вид энергии идет у нее. И духовная ткань именно русского человека обладает очень большой широтой. Большое сердце. Почему всегда русские люди интуитивно стремились к союзам, к воссоединению. Это у них внутреннее качество. И именно человек русский должен стать основой единения всех людей на Земле. Земля-матушка перегружена эмоциональной грязью и будет защищаться. Она возьмет грех на себя, уничтожит каждую плоть, которая способна излучать из себя зло. Раз и навсегда. И готовит серьезные испытания. Сейчас наращивается колебания всей ее поверхности. Зарегистрировать их будет трудно. Но они будут расти несколько лет. И в недалеком будущем массовое землетрясение, разломы земной коры, провалы городов проявит свой зловещий лик. Песок затянет большую часть земли. Вирус, который приготовила матушка Земля, он сделает также не менее зловещее творение. Спит по отношению к нему ничто. И скажу вам, он уже есть на Земле. Он уже проявился и пошел. Сейчас многие предсказатели сходятся к цифре начала следующего века. Якобы конец света. Знаете, что в то время
в начале следующего века, в первых годах, весной, в штате Невада, на засекреченной базе, произойдет взрыв, самовзрывание ядерных боеголовок. Взрыв будет такой силы, что сметет треть человечества того континента. Ураган, который поднимется, смерч, он двинется на Европу. И большая часть Европы будет выжжена. Кой съм аз, човекът, и защо съм тук, на планетата Земя? При нас в студиото е човека, който би могъл да им даде отговор на този въпрос. Вас называят Бога Син Висарион, Ви учител, създател нового учения, нового образа жизни в Сибири. Там, в сърце земли, находится ваша община, которую вы создали. Как отвечаете вы на этот вопрос? Что такое человек? Человек – это тот, кто призван прежде всего. Любовь отца своего, любовь Бога, сделать видимой через свои руки. Великий Отец, Он есть, но мир бытия, мир материи не знает Его. Он не может с Ним соприкоснуться. Разум Вселенной, бесконечное множество цивилизаций Вселенной, никто из них не может соприкоснуться с Отцом. Они даже не могут его фиксировать. Изучая жизнь землян, они лишь однажды поняли, что кто-то ведет человека, а кто, они не знают. Так вот, Отец, пребывая в бытие, его любовь, она, естественно, должна была пойти по бытию материи, заполнить ее, этот мир Вселенной. Но для этого нужны законы материи, через которые это должно быть. И тогда волею своей Он дал вам жизнь, чтобы вы, обретая плоть, попали в законы, с помощью которых сделаете видимой любовь. И эту любовь понесете по Вселенной, бесконечно заполняя ее собой и обогащая мир бытия великой любовью, которой там нет. И только человек это призван сделать, только те, кто рождены Отцом. Но это не относится к миру Вселенной. Это закон, который нынче обязательно надо будет понять. Он многое поставит на место в путанице, которую имеют все религиозные учения. Поэтому главная особенность именно человека, если уж мы о нем говорим, так это любовь Отца, сделав видимой, унести в мир бытия и заполнить его без меры. На это и дано было человеку стать вечным. Да. А если человек создан любовью Отца, если он призван эту любовь сохранять и воплощать в мире бытия, вы осуществляете эту цель человека там, в Сибири? Конечно. Вы руководитель общины там, конечно, в центре земли. Люди учатся исполнить заветы Бога, которые надо исполнять все, на каждом шагу. Много мелочей, которые, если не видеть правильно, то человек делает неизбежную ошибку. А накапливаясь эти ошибки,
обязательно создают проблему, через которую человек бесконечно падает, и единственное, что он может сказать, это то, что заповеди для него непосильны, и он начинает искать другой выход. Ему кажется, что, признав, что он верит истине, то это уже его спасает. Многие христиане, особенно современности нынешней, выбирают удобный путь. Им кажется, что если они громко крикнут, что верят Иисусу Христу, поверили в Него, и Святой Дух войдет в них, все очистит, и ничего делать не надо. То есть такие естественные в данном условии попытки найти наиболее легкий путь. А то, что это колоссальный труд, титанический труд, на каждом шагу, вот над этим никто всерьез не задумывался. Все искали путь удобный. Но что вы точно делаете? А делать – это то, что те, кто там собрались, им надлежит учиться делать каждый шаг правильно. Почти все заново пересматривать. Как дети, которые будут учиться делать первый шаг и тут же сравнивать, не сделали они чего-то неправильно. И действительно, почти все надо будет заново пересматривать. Насколько я увидел, все делается неправильно на Земле. Все. И это неизбежно должно было создавать бесконечное множество проблем, от которых все устают и только падают. И говорят о своем бессилии. Но надо на все посмотреть совсем с другой стороны. Вот эту роль и надо сейчас исполнить. И я помогу сделать все, что должно сделать именно человеку, и проявить себя тем, кем должно ему быть на самом деле. Да, а какие люди приходят к вам? Кто вы приглашаете? Выбираете что? Мой зов, который звучит сначала, он призывает наиболее способных. На них возлагается большая ответственность. На них многое положено будет, на их плечи. Но мало будет им сказать, мы поверили. Надо будет еще и пойти по этому пути, где много сложностей, я много буду требовать с человека. И если он будет веровать, он сделает. А если он начнет делать то, что я потребую, то, изменяясь сам, обретая истинные свои качества, расцветая в том, в чем он должен расцветать, как цветок, он поможет более слабым, те, которые нуждаются в примере ближнего, те, которые не могут услышать зов, чтобы сразу самостоятельно шагнуть. Им нужен пример через ближних. И вот этот призванное начнет жить, исполнять. Всем остальным будет пример. То есть, чтобы спасать общество, бессмысленно его отрицать и рассказывать что-то о другом. Надо построить начало другого. Тогда у них, у всех, возникает самостоятельная возможность сравнивать. Без какого-то давления, без убеждения. Приедь, посмотри, сравни. И вот такая возможность, она наиболее благоприятна для того, чтобы переосмыслить в себе неверные взгляды, потому что он увидит, что это возможно, это не сказка, это возможно и это посильно, но оно имеет другие законы. Ему останется либо шагнуть, либо отказаться. Это будущие учителя человечества? Вы Нет. обучаете их? Нет. Учитель у человечества всегда будет один. Только один. Только один. А это те, кто поделится своим опытом. Но при любой попытке делиться своим опытом, они всегда знают. Они делятся своим пониманием на сегодняшний день. А это не истина. Это то, что у них есть сегодня. Но у них понимание изменится завтра. Послезавтра оно опять станет лучше, но оно уже меняется. И поэтому никакое его высказывание не может быть истиной. Кроме, если он цитирует слова учителя, буква в букву.
тогда это без изменения всеми может восприниматься для осмысления. Но любой свой опыт – это его очередная ступень на этом великом пути. Он делится этим. И, конечно, те, кто этот путь пройдут, им легче что-то пояснить ближним. Легче объяснить, многое станет ясным, ведь это уже прожито ими. Это не просто то, что они узнали. Они сами это сделали, и, естественно, им лучше будет это показать. А учитель кто? Это Иисус? Но учитель тот, кто пришел. В настоящее время. В настоящее время. У него есть имена, но они имена возникают лишь как возможность для удобного определения, используя форму общения человека. А так, на самом деле, мне имя давать ни к чему. Я слово живое своего отца. И когда приходит необходимый час, я прихожу и объясняю все, что должно знать всем. И только я имею право поменять закон, который сам устанавливает, что-то добавить. Никто не имеет права этого вмешиваться. Поэтому вас называют Бога Сын. Ну, дети все рождены одним Богом. Поэтому Бога дети, они как бы все дети такие, они призваны быть подобием своего Отца. Но я Слово, я делаю видимой волю Отца. Я делаю видимой Его мысль, Его речь. И то, что должно, я возвещаю, как закон. Это продолжение завета Иисуса, который нам сказал: «Возлюби Бога больше себя и возлюби ближнего, как себя». Это продолжение, это книга Нового Завета. Последний завет, там есть что-то, написанное моей собственной рукой. Но в основном Последний Завет – это описание всех событий, как исторический факт, описание всего, что происходит. И пишет это один из учеников. Он описывает все, не искажая, так, как есть на самом деле. Все, что он видит, все, что он слышит. Если что-то он неверно уловил, он меня переспросит, уточнит какие-то слова. Но там все как история фактическая. Что происходит в это время. И это поможет, конечно же, без искажения прикоснуться к тому, что я даю, так как сейчас большая ответственность ложится на каждого. Многим решать свою судьбу, всему человечеству решить много надо. И, естественно, здесь нельзя передавать какие-то свои понимания. Желательно передать только точно все, что я скажу. Поэтому уровень техники, уровень цивилизации в этой области – он позволил именно в помощь человеку воспользоваться этой ситуацией и донести до каждого без искажения все, что будет дано. Но это дано всем в равных условиях, для всех одинаково. А какая самая большая заповедь? То, что нужно каждому, чтобы он поехал по этому пути. Самая большая заповедь – это отныне никогда, ни при каких условиях человек не посмел даже подумать о ком-то плохо. Даже подумать. Подумать, да. Это самое страшное на данный момент времени. Я уж не говорю о других заповедях, они уже будут более грубыми, потому что они рассчитаны на другое поколение, которое еще было очень воинственным. Но сейчас те, кто идут во след мой, они уже чувствуют боль сломанной веточки. Как они могут сделать что-то еще большее, неприятное? Они с этого уже начинают ощущать, что окружающий мир – это живой мир, к которому надо очень осторожно прикасаться. И если он к камню прикасается как к живому и осторожно, то что говорить о своем ближнем? Тем более он к нему должен уметь обратиться и дорожить тем, что в нем есть. Наша мысль должна полностью любовью. Любовью к Отцу, любовью к всему, даже к камню. Так понимать эту конечно, заповедь. Бесконечное, благодарное отношение ко всему, что человек встречает в жизни.
Мне нет нужды говорить, любите Бога больше себя. Потому что вы скажете, а что такое любить Бога? Как можно учить любить большое, когда маленькое не научились любить? Любить все. Да, надо научить любить то, что, по крайней мере, ты видишь. Ведь это все дано для блага человека. Этот мир реальный, который существует, он приносит человеку мудрость. И за этим стоит Отец. Он дает так все, в таком порядке, что приводит к пониманию лучшему. И когда человек достойно воспринимает реальность, с которой он встречается, которую может потрогать, он, раскрываясь, начинает по-настоящему любить все. И, конечно, он через уже это раскрытое свое ощущение, он начинает сам понимать, как он любит Бога, как сильно это может в нем проявляться. Но пока он закрыт, как ему сказать «любите Бога»? Душа закрыта. И закрыта почти у всех сейчас. И поэтому я не учитель любви, я учитель жизни. Я учу жить, потому что через каждый шаг человек ломает ту скорлупу, которую сам создал неверным шагом, и раскрывает то, что всегда умеет любить. Ведь вы рождены Богом, у вас частица, которая умеет любить. И учить любить бессмысленно, потому что вы и так умеете любить. Но вы закрыли себя. Не открыть. Да, надо просто открыть. И вот я расскажу правила и законы, как от этой скорлупы избавиться. Да. Эта способность любить, она в уме человека. Она есть. Даже то, что говорит наука, человек мыслит. Так есть же простое правило, когда встречается мужчина с женщиной, к примеру, и в какой-то момент они начинают любить друг друга. Разве кто-то их учил любить? Нет. Так все в том-то и дело. Так а то, что заложено отцом, тем более умеет любить. Если уже природа, то грубое, что окружает человека, казалось бы, грубое на первый взгляд, и оно вложило это качество в человека, эту любовь, этот позыв прекрасный, после которого человек готов обнять мир, кричит всем, что он всех любит. Вот этот порыв природа вложила, но отец, почему же он не сможет вложить столько? Он вложит и больше. А думаете ли, что это возможно в близкое будущее? Какое будущее? Что будет с технологиями, с компьютерами, с владением космосом? Будущее должно, конечно же, преобразиться. Сейчас человек существует, своими действиями он уже выложил определенное будущее. То есть, а его нет, но его легко просмотреть, как уже туманную реальность, которая еще не уплотнилась. Она зависит от сегодняшнего человека. Если сейчас смотреть от сегодняшнего человека в будущее, там уже яма и смерть. Человек пошел по пути самоуничтожения. У него он в тупик сейчас пришел. При существующем обществе человек обречен. И поэтому возникает серьезная проблема. У человека есть инерция, и очень большая, где нельзя его с первого раза, предупредив об опасности, заставить сделать совсем другой шаг. С учетом этого, почему и необходимо создавать основу нового человечества параллельно? Это основа, которая войдет вперед. Она составит основу будущего человека. Все остальное за определенный период времени, это не такой уж большой период, годами исчисляется, оно должно закончить свое бытие и уйти в никуда, навсегда. Но человек, он не погибает, он покинет плоть. И в зависимости от того, насколько он сохранит способность к самостоятельному развитию, он обязательно будет возвращен. Но уже в это новое общество, где, рождаясь, дети не будут знать, что такое сломать просто так, кого-то ударить просто так. У них и понятия в голове не будет. И вот этой одной семьей начнется быстрое формирование нового человечества. Очень быстро человек сможет избавляться от тех порочных наростов, которые внутри сохраняются в памяти, и начнет быстрое формирование настоящего человека. И это зарождается в России. Все, это сейчас зарождается, да. То, что должно быть для всех людей.
в равных условиях. И здесь главное, чтобы никто не привязывался, почему именно на этой земле, всей России. Это не в России, а на земле. Вообще на земле нет таких понятий для истины, как границы, придуманные человеком. Просто это место земли соответствует ее сердцу. Сибирь. Да, сердце. Сибирь — это сердце. Сердце, да. И наиболее благоприятная возможность формировать в сердце новую жизнь, настоящую жизнь. И вот поэтому технологии, все, что присуще данному обществу, оно, конечно, во многом отомрет как никчемное, грубое, ну, ничтожное. Оно слишком грубое. То освоение космоса, которое идет, ну, это невероятный абсурд и примитив. Потому что разве можно так познавать Вселенную, уничтожая Землю, добывая оттуда необходимые компоненты, создавать груду металла, вспарывать пространство воздуха, которое живое, имеет свою структуру, но когда проходит ракета, она вспарывает ее и ломает эту структуру. Но таким образом нельзя познавать космос. Он будет враждебен человеку. Природа начнет защищаться от человека, потому что в этом случае он нарушает баланс, равновесие нарушает. У человека есть психофизические возможности, настолько уникальны, что сейчас даже трудно будет подобрать удобный образ, чтобы это пояснить. Это уникальная возможность, позволяющая человеку делать почти все. Да. Но не с ракеты. Ни в коем случае. Но такое это вы просто потом сами все, вспоминая и прошлое, будете все улыбаться, какими были. То есть не технологии, а человеческая мысль, человеческие способности внутри человека. Это будущий человек. Любовь, которую он несет, да, в себе. Да, 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 да. Жизнь гораздо проще. Ее рассматривать нельзя с точки зрения науки. Научно-технический прогресс не присущ развитию человека. Человек будет в определенной мере пользоваться некоторой техникой. Но это он возьмет во Вселенной, если не сделает сам. Это ему предложат все, потому что есть мир, который делает именно в этой области развития, а есть мир, который в другой области развития. То есть, если следовать словам некоторых детских песен, то есть такие хорошие слова в детской песенке: лучше делать то, что делает мастер. Так вот, человек призван делать не науку и технику, а преобразовывать любовь посредством своих рук, когда область искусства, то, что он может творить для блага ближних, вот в этих творениях он может свое сердце отдавать всем. А это как раз то, что будет очень нужно ближним. В этой гармонии они нормально будут развиваться, легко выходить за пределы Земли, в любом месте определять свое житие и бесконечно заселять Вселенную. Но для этого надо стать неспособным нести вред. Потому что уникальная возможность, если человек сохранит в себе способность хоть немножко сделать во вред, то такая огромная сила у одного в руках может уничтожить все. По крайней мере, большое может катастрофу создать. Поэтому человек ограничен искусственно. Искусственно. Да. А есть границы вообще заложенные человеческие способности? О, это говорить трудно, потому что еще этот путь не проходил никто. То есть в реальности ее нет, этого пути. Как только будет он пройден, он будет в реальности. Поэтому то, что есть человек, нет нужды говорить о том, каким он может быть. Надо просто пойти вперед и самим увидеть, каким же он все-таки может быть. А светлината е родена от любов. Събуждането сутрин още се казва благодарност. С това е свързано събуждането, с нищо друго. Когато човек вижда пътя, той крачи по него уверено и нищо не може да го отклони в страни. Нищо. Защо е така? Защото в това има смисъл. Когато знае смисъла, човекът излъчва любов, а душата му прелива от благодарност. Благодарност от това, че знае смисъла. Знае защо е тук на Земята. Знае какво трябва да прави. Такъв човек
Не може никой да го отклони.